уже выписан и организован Андреем Николаевичем Романовым в стенах Российско-немецкого культурного центра. Это квартет аккордеонисток Эдельвейс. Вот тоже, наверное, название, я уверен, что принадлежит ему, цветок на самой высокой горной вершине, который является пределом мечтаний сорвать его и подарить своей возлюбленной. А этот квартет, конечно, состоит из замечательных выпускниц нашей консерватории. Я приглашаю их на сцену. Здравствуйте, дорогие гости. Мы называемся квартет аккордеонисток Эдельвейс. И в течение 7 лет Андрей Николаевич был руководителем нашего коллектива. И хочется сказать, что каждая встреча с ним, каждое занятие, каждый концерт или гастрольная поездка были для нас праздником. Андрей Николаевич своим творчеством заряжал и вдохновлял тысячи музыкантов. И в памяти у нас остался Андрей Николаевич как жизнерадостный и жизнелюбивый человек. И поэтому для нашего концерта мы выбрали именно это произведение из его репертуара «Шалом алейхем».